Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Мы пригласили вас сегодня для того, чтобы анонсировать новую кампанию Одесской областной организации комитета избирателей Украины за добропорядочность чиновников и прозрачность принятия решений в Одесской области, а также представить промежуточные итоги нашей мониторинговой инициативы аттестация депутатов местных советов. Итак, мы начинаем новую кампанию мониторинговую, которая называется «За добропорядочность чиновников и прозрачность принятия решений в Одесской области». Суть этой кампании – это противодействие коррупции в деятельности глав районных государственных администраций и мэров городов областного подчинения в Одесской области. Как вы знаете, сейчас у нас в стране продвигается по-разному, но продвигается комплексная антикоррупционная реформа, принято очень много различных законодательных антикоррупционных новелл, которые достаточно существенно отразились и, по крайней мере, должны отразиться на деятельности чиновников, как тех, которые работают непосредственно в органах исполнительной власти, так и приравненных к ним лица. Мэры – это приравненные к чиновникам, к государственным служащим лица. Соответственно, мы в рамках этой кампании хотим максимально апробировать, внедрить, продвинуть эти новеллы в законодательстве для того, чтобы они не остались просто на бумаге, а для того, чтобы действительно посмотреть, насколько они повлияли на деятельность чиновников в Одесской области, насколько чиновники к ним прислушиваются, и для того, чтобы повлиять, привлечь к ответственности тех, кто к этим новеллам следовать не желает. Соответственно, в рамках этой кампании мы будем действовать по следующим направлениям. Во-первых, мы проверим декларации всех глав районных государственных администраций и мэров городов областного значения, которые они подавали, которые находятся в открытом доступе, на предмет их соответствия с данными, которые доступны в открытых реестрах. То есть, соответственно, мы постараемся максимально, насколько это возможно, проверить реально имущественное состояние упомянутых мною чиновников тому, что они обозначили в своих декларациях. Я напомню, что буквально недавно мы то же самое сделали с декларациями, с доступными нам декларациями депутатов Одесского городского совета и обнаружили, что ряд депутатов Одесского городского совета забыло упомянуть в своих декларациях определенные транспортные средства. Вот, соответственно, мы проверим и декларации глав районных администраций и мэров городов на такие же случаи амнезии, ну или подобные. Это одно направление деятельности, проверка декларации. Во-вторых, мы проанализируем локальные нормативно-правовые акты, то есть регламенты, уставы и так далее, согласно которым работают, сегодня действуют, принимают решения главы администрации и мэры городов на предмет непосредственно соответствия новеллам в антикоррупционного законодательства, стандартам, то есть насколько эти регламентные документы, они приведены в соответствие, насколько они базово создают или не создают условия для проявления фактов коррупции. Соответственно, там, где мы будем видеть необходимость совершенствования нормативных документов, по которым работают чиновники, мы будем готовить свои рекомендации и добиваться их внедрения. Также мы проверим решения, которые были приняты упомянутыми чиновниками на предмет наличия конфликта интересов. То есть я напомню, что антикоррупционные новеллы – это не только декларирование, а еще и конфликт интересов, то есть чиновник не имеет права использовать свое служебное положение в случае конфликта интересов. Есть определенный алгоритм, который предполагает приглашение конфликта интересов, неучастие в принятии решений, которое несет в себе конфликт интересов для того или иного чиновника. И, соответственно, мы проверим, насколько главы районных администраций и мэры городов областного подчинения придерживались требований законодательства относительно конфликта интересов, насколько они попадали в ситуацию конфликта интересов, как они себя в этой ситуации вели, и не дай бог, если кто-то действительно оказался в ситуации конфликта интересов и использовал эту ситуацию в своих, простите за тавтологию, интересах.
Кроме этого, мы составим карту реестр частных интересов. То есть мы с помощью открытых реестров данных определим, в каких бизнесах имеет интерес главы администрации, либо их ближайшие родственники, также мэры городов. Соответственно, составим определенный реестр, как я уже сказал, частных интересов, которые опубликуем, сделаем доступным, то есть опубликуем с тем, чтобы не только мы, а любой из вас, либо любой активист мог самостоятельно мониторить, исследовать деятельность упомянутых чиновников на предмет наличия конфликта интересов, как ретроспективно, так и в будущем. И по итогам нашего мониторинга мы не только подготовим, соответственно, аналитическую информацию, а и будем стремиться максимально обжаловать и привлечь к ответственности тех чиновников, которые допустили нарушения непосредственно по предмету нашего исследования. То есть те, которые забыли что-то указать в своих декларациях или допускают конфликт интересов в своей деятельности. Соответственно, вот вся эта деятельность предусмотрена нами в течение 4 месяцев, и к Новому году мы вместе с вами, я думаю, что сделаем подарок нашим главам администрации и мэрам городов в виде вот такого итогового результата этой пилотной, подчеркиваю, инициативы, которую мы в дальнейшем планируем развивать и продолжать. А также, как я уже говорил, мы сегодня пригласили вас для того, чтобы представить промежуточные результаты нашей другой мониторинговой инициативы. Это аттестация депутатов местных советов. Эта инициатива реализуется нами в 8 советах Одесской области: Одесский областной, Одесский, Ренийский, Измаильский, Татарбунарский, Белгороднестровский, Раздельнянский и Подольские городские советы. Я хочу подчеркнуть, что это уникальная для Украины комплексная система персональной оценки деятельности депутатов местных советов, которая позволяет нам, с одной стороны, дать максимально комплексную, максимально объективную оценку деятельности каждого, я подчеркиваю, каждого депутата местного совета, так, чтобы он не спрятался ни за спинами своих коллег по партии, ни за спинами своих коллег по совету и сказал, это не я конкретно, это вот такое общее абстрактное зло власть. То есть каждому персональную оценку, плюс максимально выраженную в математическом формате, чтобы это было максимально понятно для каждого гражданина. Соответственно, мы в начале этого года дали старт этой инициативе. Сегодня представляем вам промежуточные результаты. А, соответственно, по итогам первого года работы текущих созывов представим итоговые результаты, которые будут, конечно же, вполне. И я передам сейчас слово Анастасии Матвиенко, руководителю нашего аналитического отдела, для того, чтобы она представила промежуточные результаты кампании по аттестации депутатов местных советов Одесской области. Пожалуйста, Анастасия. Добрый день, уважаемые журналисты. Суть нашего промежуточного мониторинга в осуществлении проверки проведения приема избирателей местными депутатами, отслеживании дисциплинированности депутатов в посещении сессий и пленарных заседаний. Кроме того, бонусом мы также подадим информацию о том, какие депутаты нашли себе в силы для добровольного обнародования декларации о своих доходах уже в 2015 году, а также о тех депутатах, которые продвинулись дальше своих коллег в подотчетности избирателям. Речь идет о промежуточных отчетах, то есть не по результатам года, а по результатам промежутка какой-то деятельности. Мониторинг осуществления приема избирателей в подавляющем большинстве случаев мы осуществляли путем личного посещения приемных депутатов. Более того, если приемная оказывалась закрытой, наши мониторы старались туда попасть еще несколько раз, для того, чтобы подтвердить достоверность вывода о том, что приемная работает, либо не работает. С областным советом есть небольшие исключения из-за географических факторов, которые, к сожалению, не позволяют нам посетить абсолютно все приемные. Поэтому в тех случаях, когда расстояние от центра области до фактического местонахождения приемной было слишком большим, мы осуществляли здесь мониторинг минимальным путем с помощью телефонных контактов с приемными.
То есть, по сути, наши мониторили указанное время для проведения приема избирателей, пытались связаться с приемными и выяснить, действительно, в это ли время они работают, действительно ли проводится прием, и проводит ли прием депутат лично, либо прибегает к помощи своих консультантов-помощников. Но для того, чтобы в принципе начать мониторинг проведения приема избирателей, естественно, нам понадобились данные о том, где же депутаты проводят свой прием. Согласно закону, регулирующей эту деятельность, депутаты обязаны объявить график проведения приема, адрес проведения приема, а также контактные данные. Тем не менее, и в Одесском областном совете, и в Одесском городском совете до сих пор есть такие депутаты, которые вообще не обнародовали такие данные. В городском совете таких депутатов пятеро. Это Левон Никогасян, Василий Шкриба, Юрий Шумахер, Александр Боровик и Алексей Кисловский. В областном совете Дмитрий Чапой, Родион Абашев, Николай Абилов, Олесь Ветряной, Мария Гайдар, Мария Зинченко, Никита Кускевич, Олег Гудатылазы и Юрий Маслов. Кроме того, в областном совете есть еще 10 депутатов, когда информация не является полной. То есть в таких случаях мы также не можем выполнить проверку приема. Какие же данные мы получили в результате осуществления нашего мониторинга? В итоге в Одесском городском совете подтверждено проведение приема избирателей 54 депутатами из 64 депутатов. При этом нам не удалось подтвердить работу приемных Дениса Григорьева, Виктора Намчака, Елены Фокиной, Андрея Кисловского и Николая Крифьева. Первые трое представляют блок Петра Порошенко, Андрей Кисловский «Доверяй делам» и Николай Крифьев, Украинскую морскую партию Сергея Кивалова. В областном совете ситуация несколько хуже. Здесь подтверждено проведение приема 50 депутатами из 84. Мы можем сделать однозначный вывод о том, что во всяком случае в указанное время и по указанным адресам не работают приемные Владимира Кривошеи, Павла Наприенко, Сергея Биба, Дмитрия Баринова, Олега Бабенко, Григория Бойко, Вадима Теплицкого, Александра Ахмерова, Ольги Юрко, Владимира Зушкова, Виталия Карченко, Максима Павзуна, Афанасия Санмунжи, Ивана Кюссе и Александра Кащи. Если представить ситуацию в партийном соотношении, ситуация следующая. В городском совете наилучшим образом подошли к организации проведения приема избирателей партии «Самопомощь» и «Оппозиционный блок», а в областном совете партия «Батьковщина». От этих партий все депутаты проводят прием избирателей. Наихудшим образом в городском совете блок Петра Порошенко «Солидарность» и в областном совете также блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Доверяй дела». При этом я еще раз подчеркну, что в областном совете ситуация с проведением приема гораздо хуже, чем в городском. Там и больше депутатов, по которым мы вообще не можем сказать, проводят они прием или нет, а также значительная часть депутатов, которые вообще не объявили о том, что они прием проводят. Мы также поинтересовались, как часто приемные готовы принимать избирателей. Здесь учитывалось как и прием депутата лично, так и прием его помощниками. Чаще всего и в городском, и в областном совете приемные работают не реже, чем один раз в неделю. В городском совете таких больше. С наименьшей частотой в городском совете, соответственно, работают приемные Светлана Асауленко, Андрея Неугодникова, Александра Амицы, Юрия Крука и Александра Иваницкого. Это приемные, которые работают раз в месяц. В областном совете таких приемных больше. Это Ирина Ковалич, Владимир Чумаченко, Анатолий Урбанский, Валентина Волканова, Евгения Абрамова, Анатолий Хмелевский, Олег Радковский, Игнат Братинов и Юрий Демчогла. Кроме того, в областном совете есть такие депутаты, которые вообще не определили себе график проведения приема. То есть неизвестно, когда и в какое время, кто из этих депутатов в каком месте будет принимать избирателей. Это Виктор Бакланов и Владислав Финик. Хотя, в принципе, депутаты проводят прием. Тем не менее, неизвестно когда и неизвестно где. Решается ситуативно. Важно также обратиться к тому, когда избиратель может попасть на личный прием к депутату. То есть не просто пообщаться с помощником и передать ему свою жалобу, а лично встретиться с тем, кого он избрал. Здесь, естественно, частота уже гораздо реже. Наиболее распространенная практика – это личные приемы раз в месяц. 23 из 54 депутатов в городском совете
Но в городском совете предварительную запись избирателей для личного приема используют исключительно для учета. То есть, по сути, для понимания, кто из избирателей, прошу прощения, следует следующим в очереди. Также в городском совете позитивно, что есть небольшая доля депутатов, которые согласны проводить прием в нерабочее время. Это либо выходные, либо в нерабочее время, в будние дни. То есть, по сути, это удобно для значительной части тех избирателей, которые заняты с 9 до как минимум 5 вечера в каждый будний день. Это Олег Брындак, Владимир Киреев, Андрей Терновский, Александр Шеремет, Эдуард Стась, Татьяна Малыхина, Владимир Борещенко, Петр Ионов, Наталья Данилко, Василий Еремия, Вячеслав Дежинар, Дмитрий Вишняков, Алексей Еремица, Алексей Горин и Анна Позднякова. В областном совете таких депутатов уже гораздо меньше. В нерабочее время готовы принимать только Евгения Абрамова, Игорь Иоганов, Анатолий Хмелевский, Игорь Клименко, Андрей Ивашов, Валентин Волканов, Аркадий Губерник и Алексей Кобыльников. Опять же, наиболее распространенная практика – это личный прием раз в месяц, здесь 35 из 50. И, как я уже говорила, только по предварительной записи Владислав Пинник и Виктор Бакланов принимают своих избирателей. Проблематичным также может оказаться для избирателей попадение на прием к своим депутатам, если обнародованные данные оказались неактуальными. То есть представляем, что я избиратель, вижу, когда и где депутат должен проводить прием, иду, а его там нет, потому что он уже проводит прием избирателей в другом месте, либо контактный номер телефона изменился. В городском совете проблема не настолько актуальна, как для городского совета. Здесь есть только случаи неактуальных адресов приемных у Антонины Наконечной и Александра Матвеева. В областном совете неактуальные контактные телефоны у Олега Табунщика, Валентина Тушейко, Олега Корженко, Стояновой Аллы. Все представляют партию «Батьковщина», а также Дмитрия Бабиненко. Еще одна проблема – это неактуальное время приема избирателей. Здесь проблема с обнародованными данными Виталия Смичинского. Теперь о дисциплине посещения пленарных заседаний. Опять же, согласно закону, если депутат пропускает более половины пленарных заседаний либо заседаний постоянных комиссий за год, это может быть основанием для его отзыва. Мы говорим сейчас о промежуточных результатах, более точные результаты, естественно, будут по завершению первого года. Тем не менее, уже сейчас очевидны некоторые тенденции. В Одесском городском совете есть два депутата, которые пропустили более половины заседаний. Это Александр Боровик, который, в принципе, непонятно, как пытается реализовать свой статус депутата, а также Павел Гайдай, который представляет объединение «Самопомощь». Все-таки значительное количество депутатов, которые проводят прием избирателей в городском совете. Наилучшим образом здесь отличилась партия «Украинская морская партия» Сергея Кивалова. Здесь больше всего в процентном соотношении депутатов, которые регулярно посещают сессии. В областном совете вообще на данный момент нет депутатов, которые пропустили 50%, более 50% заседаний сессий, но есть те, которые выбиваются из общей тенденции. Здесь несколько депутатов, посетивших не более 70%. Это депутаты Анзеленко, Маслов, Душейко, Стоянова и Шима. Но также значительное количество депутатов, которые посетили все заседания, все пленарные заседания. Это в партийном разрезе наилучшим образом подошли к дисциплине депутатов блок Петра Порошенко «Солидарность», депутаты партии «Доверяй делам» и партии «Нашего края». С посещением постоянных комиссий, в которые ходят депутаты, ситуация гораздо хуже. Здесь уже нет значительного числа депутатов, которые посетили абсолютно все заседания постоянных комиссий. Кроме того, есть также те, которые пропустили более 50 заседаний. В Одесском городском совете больше половины заседаний своих депутатских комиссий пропустили Юрий Круг и все тоже Павел Гайдай. В областном совете таких депутатов больше. Это Александр Зеленко, Дмитрий Барвиненко, Владимир Кривошей, Сергей Лукашко, Иван Стреля, Владимир Щербина и Михаил
Лазаренко. Также значительно меньше депутатов, которые посетили все заседания постоянных депутатских комиссий. Теперь о конфликте интересов. Как уже говорил Анатолий, новым антикоррупционным законодательством предусмотрена специальная процедура урегулирования конфликта интересов. Для депутатов комиссия предстоит следующим. Если в принимаемом решении есть конфликт между интересом общественным, то есть по сути самим принятием решения, и интересом частным, то есть его личным интересом, он должен публично заявить об этом, а также не принимать участие в голосовании. Но в Одесском городском совете далеко не все депутаты полностью придерживались процедуры. Здесь представлены данные как минимум тех случаев, которые нам удалось зафиксировать. Поэтому мы не можем отрицать, что таких случаев гораздо больше. Журналисты-расследователи могут, в принципе, углубляться в эту тематику. Но нам известно следующее, что Вадим Яргачев дважды не заявил о конфликте интересов и голосовал. Заявили о конфликте интересов, но голосовали Андрей Кисловский и Алексей Кисловский. Есть также часть депутатов, которые поступили согласно процедуре. В 5 случаях все тот же Андрей Кисловский, Василий Шкребай в 3 случаях, Олег Иднарович в 2, Андрей Терновский в 2, по одному разу Дмитрий Танцюра, Гапунич, Иваницкий, Малыхина и Еремия. Опять же, 5 раз Алексей Кисловский и 2 Светлана Асауленко. Я подчеркну, это те депутаты, которые поступили надлежащим образом. В Одесском областном совете на данный момент зафиксирован 1 случай, когда депутат не заявил о наличии у него частного интереса и принимал участие в голосовании. Это Александр Зеленко, представляющий оппозиционный блок. Мы также считаем, что депутаты местных советов, как избранные лица, как представители интересов громады, не имеют никаких оснований для того, чтобы скрывать от общественности информацию о своих доходах, поскольку, опять же, пребывание в городском совете может быть инструментом для использования в каких-то личных целях. Кроме того, все депутаты местных советов уже со следующего года будут декларировать свои доходы уже по новой форме, не в бумажных декларациях, в которых, опять же, известно журналистам-расследователям, ничего не разобрать, а с помощью специальной электронной формы, которая гораздо шире, чем нынешняя, и которая напрямую связана со всеми открытыми реестрами, то есть какое-то несоответствие в декларации будет сразу очевидным, и требовать от депутата как минимум указать правдивую информацию. Тем не менее, на данный момент обязаны исключительно в рамках закона предоставить в совет декларации только чиновники, пенсионеры и самозанятые. Все остальные депутаты не имеют такого обязательства. В городском совете к таким депутатам относятся Илья Мазалев и все представители партии «Объединение Самопомощь», которые самостоятельно, без требования и дамоклового меча, в виде обязательства раскрыли перед избирателями сведения о том, как изменилось их материальное положение промежуток с 2014 по 2015 год. А вот в Одесском областном совете на данный момент таких депутатов нет. Обнародованы только декларации чиновников Анатолия Урбанского, Родиона Абашева, Олеси Ветринова, Виталия Свечинского, Юрия Демчугла, Евгении Абрамовой, Владимира Сушкова и Олега Радковского. Опять же, последние сведения, которые мы на сегодня хотели бы для вас обнародовать, это депутаты, которые, опять же, в реализации своего статуса вышли за рамки закона и обнародовали чуть больше, чем от них требует закон. Эти депутаты предоставили промежуточные отчеты о своей деятельности. Позитивно, что таких депутатов уже достаточно много, потому что для городского совета предыдущего созыва, в принципе, такая деятельность не практиковалась. В нынешнем созыве Александр Иваницкий, Олег Собин, Дмитрий Полпатин, Владимир Борещенко, Денис Григорьев, Олег Каминкин, Виктор Наумчак, Эдуард Стась, Богдан Гиганов, Анна Позднякова, Александр Барняков и Вадим Терещук обнародовали промежуточные отчеты о своей деятельности в городском совете нынешнего созыва. На этом с результатами мониторинга у меня все.